Пожар двухэтажки на улице Дизельной, что возле парка Артема, произошел субботним вечером. Из окна квартиры на первом этаже люди увидели дым и сразу же вызвали пожарных. Со слов соседей, ну, она вела такой антисоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. И очень часто, как говорят соседи, часто ее заставали, когда она выпившая засыпала сигаретой. На втором этаже жила семья с маленьким ребенком. Малышу еще не исполнилось и года, рассказывает спасатель. Как только пожарные освободили лестницу от дыма, срочно эвакуировали людей на улицу. А вот 63-летнюю женщину, в квартире которой случилось возгорание, спасти не удалось. Она задохнулась в дыму. Если бы своевременно не позвонили, то, конечно, были бы очень серьезные проблемы по эвакуации людей и с жильцами на втором этаже. Потому что по вентиляционным каналам дым начал подниматься вверх, наполнять квартиру на верхнем этаже, комнаты. И через яичные клетки, клетку пошел на дым, начал подниматься вверх. Пожар был потушен за полчаса. Ущерб и причины устанавливаются. Татьяна Дотяк, агентство телевидения «Новости».